22 февраля в 16 часов со флешмоб «Живая цепь в защиту Куштау». Сегодня в Уфе гости, которые «Живую цепь», и это активист движения «Стоп Камбарка» из города Нефтекамск. Мы в знак солидарности с Куштау 22 февраля тоже готовы, значит, и сделать тоже живую цепь и в свою поддержку, и в поддержку Куштау. Территориально это живая цепь на северо-западе Башкортостана. Жукова Валентина, активист движения «Стоп Камбарка». Над жителями города Нефтекамска и Краснокамского района нависла угроза жизни и здоровья в связи с тем, что завод по уничтожению химоружия, который перепрофилируется в производственно-технический комплекс по переработке отходов первого и второго класса опасности, находится в пойме двух рек – Кама и Буй. При этом наш водозабор находится ниже по течению. Да, вот такая беда у наших нефтекамцев. И вот хочет добавить Тагир. Я еще хочу добавить, поскольку вот наш завод в Камбарке по уничтожению первого-второго класса опасности, тоже я вот напоминаю, что такая же беда в этом Белебейском районе, это Красный Яр, там строят завод Мегасвинокомплекс, и это тоже первый, второй класс опасности, и поэтому мы будем тоже солидарны с все акции, которые будут проводить там, мы тоже с ними будем солидаризироваться, как говорится, ну и вместе участвовать. Ну и в свою очередь мы Белебеевскому району против строительства вот этого мегасвинокомплекса тем путем, чтобы живую цепь, и тоже также 22 февраля в 16:00 территориально вот у вас в Белебеевском районе. Да, и всех активистов, экоактивистов, значит, Куштау, Белебея, тоже просим поддержать наше движение, ну и вообще экологическое вот движение Удмуртии, и против строительства завода смерти в городе Камбарке. А теперь мы за солидарность. Ура! Ура!